Хычины с картошкой, тардельники, буженины из каменной печи, сыр на яблочных опилках. Звучит вкусно. Но так ли это на самом деле? Разгадка кулинарных ребусов на гастрономическом фестивале в Сходне. Там можно было не только узнать все о кухнях разных регионов страны, но и попробовать регионы на вкус. Адыгея, Оренбург, Ростов, Владимир. И это еще не вся география фестиваля, который собрал в парке Лукоморья больше 3000 гостей. Представители разных регионов в рамках импортозамещения представляют свою продукцию. И здесь все от горячих блюд и до различных напитков, до десертов и до даже фастфуд у нас присутствует здесь, на этой площадке. Самая ароматная локация, конечно, с десертами. Здесь не только вкусно, но и зрелищно. Внимание гостей приковано к крутишам или тардельникам. Это витая булочка с ароматной прослойкой внутри. В ассортименте карамельные, шоколадные, малиновые и традиционные с корицей. Печеный тардельник – это чешский десерт традиционный. Пекут его на Рождество. Интересно даже просто наблюдать за приготовлением, но и попробовать нужно обязательно. Так поступила и Елена. Она вместе с семьей приехала в Химки из белорусского Гродно в гости к бабушке. Но полакомиться пришлось не только бабушкиными пирожками, угощались крутишами. Есть здесь корица, много сахара, вкус вишни чувствуется, немножко даже творожного, что-то такое присутствует. Очень вкусно. Елена приезжает в Сходни уже не в первый раз, но на такой масштабный фестиваль попала впервые. С каждым годом Сходня преображается. Здесь замечательный парк построили. Фестиваль проходил в парке Лукоморья, который открыли в прошлом году. С тех пор это излюбленное место отдыха горожан. Мы с вами наглядно видим, как бывшая промышленная территория преобразилась в место притяжения для жителей микрорайона Сходня, всех химчан, а также окрестностей нашего округа. В парке часто проходят развлекательные мероприятия, но такого масштаба фестиваль провели впервые. Помимо национальных угощений, авторских напитков, организовали и культурную программу. Конкурсы, состязания, выступления творческих коллективов, ну и также большой выбор представлен различных блюд. В ассортименте плов, восточные сладости, гранатовые соки, хычины, традиционная выпечка народов Кабардино-Балкарии. В общем, все, что нужно для гастрономического удовольствия. Очень здорово, что именно в Химках, очень здорово, что мы первые. И здесь проходит дегустация. Приехали производители по всей России. После вкусного обеда гостям фестиваля предложили послушать живую музыку, а юные химчане могли принять участие в творческих мастер-классах. Фестиваль длился 3 дня, но впечатление оставил на годы вперед. Андрей Липанов, Екатерина Дроздова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.